Думаешь, здесь есть инопланетяне? Если да, не хотел бы с ними увидеться. Почему? Если они на нас нападут, они очень интеллектуальны. А знаешь, что это значит? Испугался, еще и согрелся, дружок. Ладно. Смотри. Вон отсюда! Воскрешение произойдет через 10 секунд. Ну что, ребята, готовы? Да, покажи класс. Твой эксперимент. Я хочу перейти на другую сторону. Фрэнк, я не хочу рисковать ни своей карьерой, ни твоей жизнью. Почему вы поехали в город призраков Глен Дэвис? Значит, вы за нами следили? Ну и ну. Вы разозлили мертвых шахтеров. Неуважительно как-то. Я знал, что это ты пугала нас посреди ночи. 5 миллионов зрителей. 5 миллионов? Я офигею. Фрэнк Бенетти официально умер. Смерть наступила в 10 часов 1 минуту вечера 31 октября. Господи, субъект воскрешен. Субъект воскрешен. Я жалею, что согласилась на это. Нам нужна помощь. А что, если мы ошибались, Сара? Господи Иисусе, Мэридит, не могла бы ты заходить в помещение, как все люди? Куда мне было знать? Я предупреждала тебя. Ладно, знаю. Чего ты от меня хочешь, чтобы я встал на колени? Я здесь за твоей помощью, поможешь? До дна. Что вам от меня нужно?